Доброго здоровья! Лето продолжается, начало июня, тепло, идут мелкие дождики, и мы, конечно, в лесу смотрим. А вот и первый белый гриб. Он самый красивый на свете. Толстенький, пузатенький. Кто-то может подумать, какая излишняя сентиментальность и излишние слюни. Но грибники меня полностью поймут. Каждый белый гриб вызывает бурю эмоций. Вот он, крепенький, чудесненький. Колокольчики персиколистные упали. Не выдержал нагрузки их тонкий стебель. Ночью был дождь, вот еще скапывает. И капли дождя утяжелили цветы, и стебель такой тяжести не выдержал. А эти стоят, потому что распустилось только по одному цветочку. Этот гриб считается редким. Называется экзобазидиум рододендроновый. Гриб-паразит поселяется на цветах и листьях рододендрона и вот так их видоизменяет. Действительно, я их вижу очень редко, а в этом году, в этом месте его столько. Вот ясно видно, что гриб разделился на ножку и шляпку. Какие-то высшие силы так сошлись, что способствовали росту этого гриба сейчас. Неведомые нам и тем не менее удивительное явление. Может встретиться, не знаю, раз за многие-многие годы, чтобы на одном месте столько было этого гриба. Идем мимо вот такой красоты. Вот туда вперед. Серо-розовый мухоморчик по дороге встретили. Красавец! Набежало уже людей. И вот результат. Надо обязательно гриб подфутболить. Мухомор серо-розовый. Людям у нас неведомо, что мухоморы могут быть съедобными. С другой стороны, это хорошо. У нас что попало не берут, нету отравлений. Но все равно зачем портить гриб? Пускай растет. Есть мой белый гриб, который я нашла в прошлый раз. Еще больше постарел, никто его не сорвал. У нас люди не настолько жадные. Никто его не подфутболил. Сидит себе спокойно. Споры пускает, размножается. Цветет земля. По поверью, это грибам. Но обилия грибов пока нету. А почему же нету? Есть! Вот сколько грибочков высыпало, только не тех, которые мы собираем. Маленькие, какие-то меценки, наверное. Оставляло здесь много маленьких лисичек, а мне оставили только одну. Все остальные повыковыривали. Здесь еще немножко. Обрезать надо их. Вот это да! Уже первая черника. Начало июня. Ну все, уже есть нам работа. Будем сидеть в лесу на чернике. Сушить, делать заготовки. Ценнейшая, лечебная и вкусная ягода. Главная ягода наших лесов. И надо же, неделю назад в лесу смотрела чернику, и ничего не было.
А через неделю буквально столько ее, что можно собирать. Вот я немножко насобираю, а с вами я прощаюсь до следующего раза.